У меня в руках два скобозабивных пистолета Трасти. TYK 9225 и TYK 9025. Первые две цифры этих моделей намекают на тип скобы, которыми они работают. А последние две говорят о максимальном размере скобы, которую они могут пристрелить, то есть 25 мм. Эти модели очень похожи. Из особенностей у них есть скоба безопасности, которая не позволяет этому пистолету стрелять без прижатия к материалу. Скоба 90-го типа – это скоба со спинкой 5,8 мм. Скоба 92-го типа – это скоба со спинкой 8,6 мм. Сечение у них одинаковое, 1х1,25, то есть такое же, как у 18-го калибра, но потому как это две скобы, они держат, по сути, в несколько раз крепче, чем гвоздь. В некоторых случаях, когда мы собираем тару, когда мы прикрепляем мебельную ленту, когда мы монтируем еще какие-то тонкие материалы, и нам не нужна декоративность и невидимость шляпки, использовать скобу предпочтительнее. Посмотрим на примере. Рассмотрим работу на примере 9225. Заряжаем скобу. Закрываем магазин. Подсоединяем воздух. Мы будем собирать ящик. Поскольку в нем используются очень тонкие рейки, закреплять мы их будем при помощи 25-й скобы. Если бы мы работали с гвоздем, на одно крепление нам понадобилось бы два гвоздя, поскольку нам нужно обеспечить неподвижность двух элементов. Скоба за один выстрел дает нам эту неподвижность. Эти два пистолета очень простые и очень надежные. Используются они как для сбора какой-то тары, так и для сбора ульев, для сбора подрамников для этих ульев, каких-то декоративных элементов или функциональных элементов, когда нам не важна эстетическая составляющая и вид скобы нас не смущает. Эти два скобозабивных пистолета легкие, компактные, надежные и являются идеальным вариантом для сборочных работ.